герои появляются в стране. Наши за границей отдыхают налегке. Приезжие красотки в мегаполисе живут. Фору городским они с легкостью дадут. Из города девчонка замужем в плену. Сразу после свадьбы обрела она семью. А это наша Рашка, уважаемый Маге. Решает все вопросы, всякие-всякие таге. А в районном центре сидит добрый судья. Он своих сородичей не бросит никогда. Родственные узы связали на века. Снова из аула привезут нас в карта. Веселая страна, мое сердце с тобою навсегда. Эта песня для тебя, любимая моя кизопадия. А это наши кудалар. Одни из них не понимают, зачем лететь в Дубай за покупками, а другие не понимают, как можно три раза в день есть бешбармак. Ну, кудалар, рассказывайте, как у вас дела? Было нормально. Все хорошо. А как ваши дела? Рассказывайте. Тоже все хорошо. Вот приехали детей навестить. Зачем? Можно было позвонить, мы бы сказали, как дела. У нас просто баланс закончился. Вот и мы подумали, зачем закидывать. Решили заодно и у вас погасить. Вы же не против? Мы не против. Ну и сосед просто в город ехал, вот и подбросил нас. Понятно. А Пташка ваша где с маленьким? А он сейчас зайдет. Дамы и господа, встречайте король аульского рэпа! Ахиль бейсті! Опа, опа! О, құда брат, салам! Дұрды көзі! Құда чеке! Ахиль, о, молодец! Что это с ним? А мы ему диск на 80-летие подарили, Тимати. Вот, слушает, ему нравится. Да, Жато? Я, Берни, респект лим. Респект и сиуха, дагенди. Я же говорил, он какой-то ненормальный. Я давно об этом знала. А младший ваш почему с закрытыми ушами сидит? А он у нас наказан. А за что? В общем, он в туалет соседям пробрался, и когда Пашка зашла в туалет, он как из дырки выскочит и напугал ее. И что, вы из-за этого его наказали, заставили теперь закрывать уши? Нет, просто это Пашка сказал ему, что уши оторвет. Вот он боится и прячет теперь их. Понятно. Вот, угощайтесь, худалар. Вот, в общем, да, вот этот... А, спасибо. Солой? Это же... Да, это наша новая домработница Бибигуль. Кстати, говорят, она где-то подрабатывает еще, надо узнать, да. Вот, давайте, знаете что, Кудалар, давайте выпьем вина. Нет, вы что? Я за рулем. За каким еще рулем? Ну что, машину купили, что ли? О, поздравляю! Нет! Просто давно мечтал так сказать. Ладно, что мы то о том, то об этом. Вы лучше скажите, где наши дети? А, наши дети, мы записали их на курсы молодой семьи. Зачем? Вон лучше пусть спросят у нашего Аташки. Он их не только научит курсы молодой семьи, но и как баран пасти, как баню построить, как на свадь закинуть. Да, Жато? Где лучше Кудай тамаги? У нас в ауле. А где лучше апашки? У нас в ауле. А где лучше курт эрмчик май? У нас в ауле. Если хочешь найти меня, ищите его в сарае. Здравствуйте. Меня зовут...
Корсбаева Сабина. Ну, вы уже в курсе, что меня похитили год назад и привезли в этот аул. И я никак не могу вернуться к себе домой. Это моя подруга. Алтынташ, покажи себя. Салем. Вот. В общем, в этом ауле очень скучно. Здесь делать вообще нечего, никаких развлечений нет. Сегодня мои уехали к нашим кудалар в соседний аул. Поэтому мы сейчас достираем, а потом что-нибудь придумаем. Нет, Калтынташ? Короче, мы решили с Алтынташ покурить. Но так как сигарет нету, мы сперли у Аташки. Пойдем. Ой, вкус, конечно, не очень, но а что делать? На, кури. Какой-то запах странный. Что-то у меня голова кружится, слышишь, Алтынташ? Салем! Мен Киркоровпын! Сен Киркоровпын! Киркоровпын! Я не знаю, что со мной происходит, но мне что-то не по себе. Я понятия не имею, сколько времени прошло. Я Алтынташ, с тобой все нормально? Я самолет! Самолет! Самолет, самолет! Эй! Эй! Не сываться, сендер! Уйом, багандар! Не болтай наган! Председатель совхоза пришел! Японский киллер! Так что твоя подруга здесь бегает? Он что, дурак, что ли? А ты что ржешь? Ржешь! Русские, вставайтесь! Сопротивление бесполезно! Вы окружены! Я не знаю, что это был за табак, но мне конкретно влетело. А, божественно. Хорошо за меня Аташка заступился. Он, походу, не хотел, чтобы они спалили, что он там курит. Ладно, я спать. Хотя нет, что-то хавать охота, ё-моё. Блин, сейчас бы мороженое, тирамису, а не курт. Ирмщик. Любимая моя кизофония. А это наш старый знакомый Маке, для которого интересы бизнеса намного важнее интересов его дальних родственников. Маке, извините, к вам пришла журналистка из газеты «Жизнь олигархов». Хочет у вас интервью взять. Вот что за люди, а? Заранее не могут предупреждать? А может, я занят или меня вообще нет? Ладно, давай, позови быстро. Можете проходить. А, Маке, здрасте, халайсис. Ой, Камшагуль? А ты что, журналисткой устроилась на работу, что ли? Нет, что вы. Просто это ваша секретарша, она бы меня так не пустила бы. Какая-то странная у вас. А, это Маржан Тате, советовать это Томаган? Говорит, так не пустили бы? Да, странная секретарша, конечно. Понятно, какими судьбами? Узнать, как у вас дела? Ага, понятно, хорошо все, спасибо. Как дома у вас? Ой, спасибо, хорошо все, да. Семья, Балашага, мамба? Ой, все хорошо, рахмет, ага. Ну и? Я хотела у вас денег попросить. Да? Просто мы хотели дом купить. Понимаю, но просто сейчас кризис, как бы. Да мы не собираемся дворец покупать. Ну, все равно, как бы, денег нету. В общем, мне надо $3000. 3000? Да откуда такие деньги? Вы что, ё-моё. Вы же самый богатый наш родственник. Вы обязаны нам помогать. Или вы не уважаете родственников, а? Уважаю, конечно, даже люблю, но больше своих возможностей сделать не могу. Вот смотрите, да, вот у меня в кошельке, вот смотрите, пусто, да, вот, и вот только 5000 осталось. Вот. Серьезно, больше вообще нету, вот пустой кошелек. Вот.
А что, больше нет? Вообще нет, к сожалению, да, поэтому... Макетам деньги перечислили уже? 500 тысяч долларов. 500 тысяч долларов? А, ну хорошо, я сейчас приду, да, играем. Мы там просто в монополии играем. Игра такая. Иди, говорю, ко мне родственница приехала из аула. Вот. В общем, мне надо бежать, поэтому всем передавайте привет. Передам. Да. Вот давайте, вот идите, да. Вот. Я завтра вообще переезжаю в другой офис, в другой город, в другой стране. Проверимся. Ага. Хорошо? Свободно. Да, это дверь. Ё-моё! Так, извините, к вам пришли. Я занят. Ну, просто это ваша дочь. Дочь? Алина? Ладно, пусть зайдет. А мне приглашение и не нужно, папочка. Привет. Ой, Жан, привет. Ай, как дела твои? Все хорошо, только вот у меня настроения нет. Ой, настроения нет? Почему? У меня депрессия. Депрессия? А что такое? Что случилось? Почему нет настроения? Не знаю. Да? А как тебе можно поднять настроение? Не знаю. Может быть, там этот... Сумка, в общем, Биркин. А, да? И сколько стоит ваша эта Биркин? Недорого. Сколько недорого? Там, говори давай быстрее. 15 тысяч евро. Что? Ты с ума сошла, что ли? 15 тысяч за сумку? Мама говорила, что ты жадный. Да твоя мама. Привет, мой тигр. Стучаться вообще-то надо. И вообще, с этого дня я отменяю эту программу по неформальному общению между руководством и сотрудниками. Иди быстро скажи, что я отменяю. Отбой. Быстро иди, говорю. Иди работай. Просто тут... В общем... Кто это был? Сколько ты говоришь? Значит, 13 тысяч евро, да, за сумку? 15. А, да, 15 тысяч, поэтому... Вот тебе карточка. Иди и купи. Все, иди, говорю, там магазин быстро закроется, да. Спасибо. Да, маме ничего не говори. Любимая дочка моя, 15 тысяч, ё-моё. А это приезжие девушки Изабелла, Эльвира и Жануария, у которых есть большая заветная мечта выйти замуж и маленькая съемная квартира. Вау, Кинг-Конг! Вставай, хватит дрыхнуть, на работу пора. Жанвария, нафиг ты меня будешь? Сегодня суббота, школа не работает. Езжай на свою барахолку, торгашка. Ой, тоже мне интеллигенция. Да ты лучше вспомни, как ты на прошлой неделе на день рождения соседки. Я такого танца живота, точнее, такого живота никогда не видела. Дура! Ой, чего тут раскудахтались, а курица, ё-моё. У меня голова болит после вчерашнего корпоратива. О, расскажи, как все прошло? Ой, короче, девчонки, сначала все шло по плану. Я накидалась для храбрости, потом танцевала с водителем, с охранником. Ну, хотела, короче, привлечь внимание шефа, думала, он посмотрит на меня и начнет ревновать. Но не тут-то было. А танбасы, как говорил моя Ташка, это овца. Из отдела кадров, вот эта рыжая, помните, я рассказывала, с длинными, как глисты, ногами? Охомутала его. Потом они весь вечер стояли у бара, пили шампанское, смотрели на меня и ржали, как гиены. Я теперь его буду называть Гиена. Гиена Аскербекович. Уф, ё-моё. Девочки, привет. Ой, привет, коли не шутишь. Ой, ладно, мне в офис пора. Контейнер, скажи, бизнес-вумен. Девочки, а вы сегодня дома будете? А что? Да просто ко мне друг в гости придет, и я думала, мы тут сами посидим. А, ну, ладно. Что значит? А мы пойдем погуляем. В общем, сидите сколько хотите. Спасибо, девочки. Да ладно, мы ж подружки. Зачем ты ей разрешила? Вообще-то мы вчетвером на эту хату скидываемся.
Короче, спокойняк бомбёный. Вау, бабы, смотрите, кого она себе подцепила. Это же этот, Билан. Не, это не Билан. Это, походу, какой-то казахстанский певец. Как его? Ладно, неважно. Но симпатичный щегол. Девочки, а вы что, дома? Да, что-то мы решили сегодня никуда не идти. Там очень холодно. Интересно, кто бы согрел нас теплом своего юного мальчикового тела? А, точно! Это же певец! Ну да, как бы. У нас на барах, то есть в баре, все слушают ваши песни, особенно «Пах-пах-пах». Подождите, ну это же... Успокойся, малыш, и не бойся. Мы же видим, что тебе не хватает полноценного женского внимания. Зачем тебе эта неопытная зубочистка? Нет, просто... Девочки, может... Да чё мы с ним церемонимся, девчонки? Хватай его! О, братишка, иди сюда. Давай, давай, давай! Любимая моя кизофония. А это судья Алтай Базарович, у которого есть друзья прокурор Жако и знаменитый сплетник района адвокат Толик. Всегда уверенный в себе. Чё? Это загадка. Успокойся, а. Всегда уверенный в себе наш агашка Алике. Все, все, все. Спасибо. Давайте, давайте. Садитесь. Так, вот это вот, кстати, хорошая загадка была. А ты что такой довольный, а, Толик? Так у вас же сегодня день рождения. Я специально целую неделю не газовал, чтоб сегодня нагазоваться. Ай, молодец, молодец. А ты что, прокурор террор нашего района, а? Жақсы Алтайға, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья. Оно мне понадобится, да? Море любви. Можно просто море без любви. Давно на отдыхе просто не был. Ну так вы же недавно в Турцию. Тихо ты, а? Я же сказал, я ездил на лечо не в Ташкент, понятно? А фотки у вас дома? Да тихо ты, я тебе говорю, это фотки вообще этот, пятилетней давности. И много-много денег. Вот это мне тоже понадобится. Рахмет, рахмет. Так, понятно. Так. И что могло случиться, уважаемый прокурор террор нашего района, в этот прекрасный день, а? Слушается дело номер 244. Подсудимый Махоня. Как? Махоня, у него в документах так написано. Так, Махоня, Махоня, что-то знакомое. Ё-моё, я думаю, где я видел? Это же наших кудалар, Тахони, племянник, да? Точно. То есть это... Это можете не протоколировать, но... Так вот, он у гаишника отобрал жезл, фуражку, а потом сел в его же машину и катался всю ночь с сиреной по поселку. Сиреной, значит, катался, да? Ну, и что это, по-твоему, преступление, что ли, ё-моё? Может быть, у человека просто этот, мечта была с детства гаишником стать, он мне сам рассказывал, а? А его не взяли в ГАИ. Конечно, хочется иногда почувствовать себе, вот... Сотрудникам дорожной полиции. Это хулиганство. Статья 257. Наказывается привлечением к исправительным работам сроком на 2 года. Все, тихо, тихо ты, а? Можешь хотя бы в мой день рождения вот это вот не умничать, а? Нормально, по-человечески не можешь, что ли, разговаривать? Так, Толик, ой, адвокат, ты об этом что думаешь? Вроде водки мало взяли. Какой еще водки? Ты что, гонишь, что ли? Ну так, у вас же сегодня день рождения. Какой день рождения? Что, мало взяли, да? Потом поговорим. А что думает адвокат о хулиганстве? Да разве это хулиганство? Хулиганство — это когда три пьяных мужика
купаются почти голые в фонтане, а потом пишут нехорошие слова на заборе Акима и... Да, тихо ты! Ты что тут этот погнал-то, а? Быстро закрутим все уши. Махоня, ты тоже закрой, да. Ты что несешь, а? С ума сошел, что ли? А ты что закрыл уши, как будто тебя с нами не было? Да я же говорил, не стоит этого делать. Я же говорил. И вы что, если Аким узнает, да? О наших проделках. Нам всем не сдобровать, понятно? Мы еще с тобой поговорим потом. Все, откройте уши, давайте. В общем, понятно. Продолжаем. Ну так вот, закон и я рассматриваем это как издевательство над стражами порядка. Ой, да что ты говоришь? Сейчас смотри, я фильмов насмотрелся, да, как разговаривает. Человек просто одолжил автомобиль, понимаешь? Так же подсудимый. Да, это так. Видишь, он даже сам признается. У полиции? А что тебе, полиция не видит, что ли? Или может он вообще заболел и в больницу ехал на этой машине? Ну, надо было вызвать скорую помощь. Давай скорую помощь, Жакой, елки-палки, завязывай, а? Ты же знаешь, как долго скорая едет? Тогда тебе жена избила. Сколько скорую ждали, а? Не помню такого. Ха, зато я помню. И соседи все твои долго будут помнить твои крики. Ой-бай-ой-бай, помогите, а у нее заточка, ё-моё. Господин судья, это к делу не относится. Да что ты говоришь? А зачем тогда он всю ночь ездил с сиреной по поселку? Ну, сирена ездил. Так у нас вообще в поселке никаких развлечений для детей нет. А он вот такой вот весь красивый ездил, как в этом рекламе холодит, ё-моё, вот этот праздник нам приходит, махоня к нам приходит. Понимаешь, ё-моё? Тоже мне тут. Человек хотел детям праздник сделать, а ты... Турнагарш вообще, блин, бесит меня, ё-моё. Так что все, постановляю. И вообще у меня сегодня день рождения. Махоня невиновен, поэтому сейчас... Прямо из зала суда ты едешь на базар за курагой, понял? 4 килограмма возьми, жена сказала. Ничего не перепутай. Жена сказала, голову оторвет, если перепутаю. Вот. А ты, Толик, что там идет? Взял, да, в ресторан ящики завез? Да, 16 ящиков. 16 ящиков. Ладно, пойдет, да. А я? Че ты? Винни Баранч? Нет. Баранч, пожалуйста. Ой-ой, Баранч, пожалуйста. Только что хотел, да, человека невинного в тюрьму посадить? А теперь Баранч, пожалуйста, а? Я уже у жены отпросился. Ладно, нам один трезвый нужен будет, чтобы нас потом тащили. Пойдешь. А ты не забудь, что из торта вылазишь, когда Happy Birthday песню услышишь. Happy Birthday, Алике, вот это понятно, да? Все, давай, я сегодня нормально себя ведите, ё-моё, там гости приедут из соседнего угла. Давай. Руку. Ё-моё. И вообще, я как китаец выгляжу. Появляются в стране, наши за границей отдыхают налегке. Приезжие красотки в мегаполисе живут, фору городским они с легкостью дадут. Из города девчонка замужем в плену, сразу после свадьбы обрела она семью. А это наша Рашка, уважаемый Макет, решает все вопросы, всякий-сякий пакет. А в районном центре сидит добрый судья, он своих сородичей не бросит никогда. Родственные узы связали на века, снова из аула привезут нас их отра. Веселая страна, мое сердце с тобою навсегда.